помытый, свежий, чистый Невский проспект утром. И почти еще никого нет. Те, кто возвращается с ночных гулянок, они про траву. А я про Невский проспект. О, утренняя тренировка. А вот и работающие люди. Нет ничего лучше Невского проспекта, особенно утром. Как писал Гоголь, по крайней мере в Петербурге, он для города составляет все. Какой у нас замечательный дом книги, а ведь когда-то его очень не любили. Построенный в стиле американских супермаркетов, напоминающим стиль модерн, он возмущал тех, кто говорил: посмотрите, какая красота напротив, а это что за ужас. А теперь мы восхищаемся Казанским собором и домом книги, зданием бывшей компании «Зингер».